Неработающий местный житель подозревается в хищении декоративных деревьев и сортовых цветов с целью продажи. В мае в дежурную часть по городу Смоленск поступило заявление о краже деревьев породы туя на улице Гагарина. Причиненный ущерб был оценен заявителем в сумму 10 тысяч рублей. Спустя месяц с дачного участка была совершена кража сортовых роз общей стоимостью более 4 тысяч рублей. Сотрудники полиции нашли свидетеля хищения, который дал подробное описание злоумышленника. Через несколько дней участковый полиции задержал мужчину и доставил его в отдел полиции. Выяснилось, что задержанным является мужчина 1965 года рождения. В ходе разбирательства была установлена его причастность к краже туй от магазина и роз с дачного участка, а также к двум кражам туй с кладбища в поселке Миловидово, совершенным в 2015 году, с общим ущербом более 35 тысяч рублей. Подозреваемый признался, что похищал декоративные деревья и цветы, продавал их, а вырученные от продажи деньги тратил по собственному усмотрению. В настоящее время расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи Уголовного кодекса кража, продолжается. Задержанный проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Смоленска и Смоленского района. Теперь ему грозит срок до 5 лет.